Друзья мои, мы сейчас будем молиться, и я призываю вас также быть молитвенниками и молиться вместе с нами. Если можете молиться вслух, молитесь вслух. Не можете вслух, молитесь в своем сердце и присоединяйтесь к этой молитве. Мы будем молиться о финансах, о том, чтобы долговое вот это ярмо, чтобы оно было разрушено в вашей жизни, чтобы благословения пришли в вашу жизнь. Мы будем молиться о финансах. Молитесь вместе с нами. Роман, давайте вы начнете, Денис продолжит, и я завершу. Да, всемогущий Бог, который дал нам в вечности царство, который дал нам то, что мы точно не заслужили и не могли бы заслужить. И даже уже сейчас, находясь в церкви, может быть, кто-то долгое время находится в церкви, но мы точно не можем соответствовать твоим высоким стандартам праведности. Нам без тебя никак. Иисус Христос, тебе слава за это. Господь, я молю Тебя о тех людях, которые, может быть, не нашли главного в своей жизни, но не нашли посвящения Тебе, не нашли того момента, когда можно сказать, да, действительно, Бог, Господин моей жизни во всех абсолютно сферах и надеяться на сверхъестественное вмешательство, в том числе и в финансовой сфере. Я молю Тебя, Господь, за тех людей, кто, может быть, безответственно относился к тому, что Бог дает. Я молю Тебя за тех людей, которые неблагодарны, может быть, просто потому, что их взгляд сосредоточен на нечто большем, а нужно просто посмотреть по сторонам и увидеть, насколько Ты щедр, Бог. Мы точно можем посмотреть по сторонам и поблагодарить Тебя, и мы благодарим Тебя за это. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы тем или иным способом Ты вмешивался в жизнь наших слушателей, аудитории и преобразовывал, в том числе в финансовой сфере, с единственной целью, чтобы, глядя на это преобразование, все могли сказать «Слава Тебе, Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу». Отец, спасибо Тебе за то, что Ты наш обеспечитель. Ты тот источник, из которого мы пьем, Боже, и этот источник, он никогда не прекращается. И мы знаем, что мы всегда можем надеяться, всегда можем уповать на Тебя, Господь, потому что Ты есть основание, Ты есть упование, на которое тот, кто надеется, не будет посрамлен, не будет постыжен, Господь. И мы благословляем всех тех драгоценных людей, которые сейчас по каким-либо причинам попали в эти стесненные обстоятельства, в долги, может быть, кредиты взяли по нерассудительности какой-то или по ситуации своей. Во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы все оковы пали, Господь, чтобы Твоя милость восторжествовала над судом, Господь. Просто приди в эти ситуации, Господь. Пусть они переживут Твою благодать, Господь, Твое прикосновение, Господь, как Ты пришел за израильтянами в Египет и рукой сильной, могущественной вывел их из рабства. Господь, я молюсь, чтобы эта сильная рука, Господь, была проявлена в жизни тех, кто сейчас слушает нас, кто сокрушен сейчас, кто сейчас в тяжелых обстоятельствах. Господь, во имя Иисуса Христа, аллилуйя, выведи их, Господь, аллилуйя, и приведи, Господь, в землю обетованную, и дай, Господь, нам всем по пути в землю обетованную не быть ропотниками, не быть теми, кто постоянно чем-то недоволен, постоянно в чем-то Тебе не доверяет, Господь. Учи нас, Господь, быть щедрыми, учи нас быть довольными, Господь, в скудости и в изобилии жить, Господь, за все Тебя благодарить. Аллилуйя. Спасибо Тебе, великий, чудный Господь. Аллилуйя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас именно как Отец. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что когда мы росли, были маленькие, может быть, не каждый человек это пережил по каким-то причинам, но я верю, что это усыновление, божественное усыновление, оно может прийти в жизнь каждого верующего человека, каждого, не только верующего, каждого человека вообще. Потому что наш Бог един, наш Бог любит нас, и Он наш Отец, Он наш Творец. И как наши родители, они заботились о нас, и они сами знали наши нужды и покрывали их. Мы всегда могли есть то, что мы... У нас всегда была еда, была одежда, и мы не просили об этом. Мы просто жили как дети. Мы были как дети, и о нас заботились наши родители. Так вот, наш Отец Небесный всегда остается нашим Отцом, всегда остается нашим обеспечителем, тем, кто заботится о наших нуждах. Я благодарю нашего Бога во имя Иисуса Христа за вашу жизнь, за то, что в вашей жизни наш Бог такой же Отец, как и в жизнях сотнях и миллионах, миллиардов других христиан, и заботится о вас. Я молюсь, чтобы это было проявлено в вашей жизни во имя Иисуса Христа, чтобы эта забота была проявлена, чтобы эти нужды были покрыты, когда какие-то кредиты, долги, ипотеки и так далее, пусть это будет покрыто во имя Иисуса Христа. Пусть благословение придет, пусть в какой-то момент придет откровение, где взять удочку, пойти
подойти к какой реке и выудит какую рыбу, в которой во рту будет монета, которая покроет все, которая не просто даст какую-то часть, 30%, 70% или 80% покроет необходимых нужд, но покроет полностью все за вас и за ваших близких. Мы просто молимся о том, чтобы эти чудеса, они происходили в вашей жизни. И пусть это будет свидетельством вашей семьи, пусть это будет частью вашей истории, пусть это будет достоянием вашей семьи. Во имя Иисуса Христа мы молимся и благословляем вас, благословляем, благословляем. Я также молюсь, чтобы всякое финансовое невежество и всякая финансовая ложь в жизни христиан, чтобы она разрушалась сейчас во имя Иисуса. Писание говорит, что Иисус обнищал ради нас. Он не мог обнищать духом. Иисус не мог быть нищим духом. Он не мог быть нищим душой. Но это точно говорится о финансах. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Просто возьмите это слово и стойте на этом слове. Пусть это слово благословит вас. Пусть это слово станет реальностью вашей жизни. И пусть эти финансовые все нужные, все эти финансовые проблемы, пусть они будут покрыты сверхъестественно во имя Иисуса Христа. Также пусть просто всякое... нехватка знаний, пусть она будет закрываться. Пусть на вашем пути встретятся люди, которые помогут вам, которые смогут открыть для вас финансовую грамотность, финансовые законы, как это работает, как это произрастает, как с этим поступать, каким образом тратить деньги или сберегать. Но пусть мудрость Божья приходит в вашу жизнь. Всякими невероятными способами, через YouTube-каналы, через телевизионные каналы, через разных учителей. Но пусть эта мудрость будет в вашей жизни. И мы молимся за вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.